Найкраще нетрадиційне мистецтво – Наталія Дугнист. А хто відмовився від п'янства, той чекає повернення транса. Кому-то полковник достойний на службі сім'ї, так пристойно. Кому-то понятен помощник шерифа, що дозу підкинув легко і так тихо. Є боль розлучення з дітьми, жена, що осталась в тіні. Дилема між бути і казатися, ох, дорог счет, що просчитаться. Я номинировала свой стих, и он довольно-таки интересный, потому что я в Одессе провожу вместе с Ириной Гжимановской, которая здесь в фильме снималась, у нас наш одесский киноклуб. И киноклуб мы все вместе смотрим и потом его обсуждаем. Я сделала один киноразбор в стихах, так получилось. Поэтому новый жанр, здесь представлен он. Плюс была как модель. Я с Нового года загадала желание, чтобы мне Дедушка Мороз что-то такое необычный дар подарил. Это была шутка, но я утром проснулась, начала писать стихи. Правда, в жизни не писала. Я каждый день пишу стихи. Уже с Нового года, и вот сегодня 11 месяц, это книга. Книга будет называться «Лабиринт», и мой творческий план ближайший – это «Лабиринт». Еще хочется, конечно, написать киносценарий и снять фильм.